Ксюше по биологии задали написать конспект. Я его написала, но решила, что не хватает иллюстрации. Поэтому я начертила кружки на тех местах, на которых хочу нарисовать рисунок, и внутри написала, что хочу нарисовать. Как всегда, буду использовать канцелярию от Lilco. На первой странице рисую череп. Медики, не кидайтесь меня тапками, я не знаю анатомии, просто рисовала все так, как представляю в своей голове. Лишь бы конспект был интереснее читать. После того, как я нарисовала череп, раскрасила его внутренности, даже не знаю, как это назвать, приступила к рисованию мозга на следующей странице тетради. Нарисовала грецкий орешек, и на этот раз поинтересовалась, что вообще внутри этого ореха находится, чтобы учитель не рассмеялся, читая Ксюшину работу. Чтобы закрасить мозг, мне потребовалось хорошенько наточить карандаш. Вообще, я не люблю рисовать острыми карандашами, но в данном случае мне надо было прорисовать тонкие, четкие полоски. Спойлер, у меня не получилось. Вот такой крепкий орешек у нас получился. Мы переходим к рисованию скелета. Тут я, конечно, знатно помучилась. Его было рисовать сложнее, чем мозг. Что, кстати, очень странно. Короче, перерисовывала я это все раз 200, чтобы добиться того результата, который был в моей голове. Я, конечно, не медик, но конспект, как по мне, хорош.